Рутик, любую надпись можешь сделать в OBS. Любую. Не, ну я, конечно, многое в жизни повидал, но что покупали пиратку. А как вот сюда пройти? Блин, вот сюда же тоже как-то можно. Хотя пофиг. Да сюда, пожалуйста. Так, ладно. Да ну зачем ты? Блядь, как ты бесишь. Пиратские игры 150 рублей диск. Зачем ты эту игру можешь скачать бесплатно, если ты хочешь пиратскую игру? Блять, зачем покупать пиратскую игру, понимаешь? Это по-моему, это максимум нелогично. Если ты хочешь пиратскую игру, возьми ее и скачай, и все. То есть возьми ее бесплатно. Если ты хочешь действительно, ну, купить, чтобы у тебя лицензионная версия игры была, тогда иди и купи ее. Ну, то есть лицензионную. Но покупать пиратские игры, по-моему, это вообще, не знаю, это какой-то нонсенс. Я не понимаю, что такое покупать пиратские игры и зачем вообще это надо сделать. Это я не знаю, это все равно, что я не знаю, покупать краденую машину. А потом у нее вырисовывается какой-нибудь владелец, и у тебя ее отбирают. А ты денег за нее заплатил. На физической консоли играет? Ну так пусть купит лицензионный каек. Я не знаю, зачем, какой смысл тогда? Или я не знаю, пусть купит флеш-карик, закинет на него весь ром-сет. Не, ну раньше мы все пиратки покупали, потому что раньше не было выбора, а сейчас-то выбор есть. Если ты пират и тебе пофиг, то возьми и скачай, зачем деньги-то отдавать? Не, ну раньше-то это понятно, а сейчас-то что, сейчас все есть в интернете. Какой смысл покупать пиратки? Да, вот Джирсрок правильно говорит. Блять, чуваки, ну мы же не говорим про раньше, мы говорим про сейчас. Раньше-то понятно, раньше-то и хуй стоял, и солнце было ярче, и вообще, да? Снег-то был такой белый, не то что сейчас-то. Сука, ты заебал, а? Ёбаная кошка. Да чтоб ты, сука, сдох, а! Да зачем ты об стену, да ну лол! Говно. Вы просто не понимаете, откуда фишка про снег. Блин, ну вы чё? Да, и хуй светил ярче, да, и солнце стояло, да. Здорово, Олег Джезман. Дела неплохо. Жалко только, что стрим-марафон оборвался. Прям очень жалко. Так, так тепло, хорошо и лампово сидели. А вот он смешно об стену споткнулся, а мне он вообще не смешно. Ну так Уранус, не все такие умные, видишь, с интернетами. Так, ладно. Не могу никак вычислить, когда этот пидор начинает
делать вот так. А, я, кажется, понял, как его доджить. Ну-ка. Оп. Ага! Страта найдена! Козёл. Чёрт, это я запаниковал. Да, бля, ну нюк. Да иди нафиг, ну, ну я ж нашел страту. Блин, дерьмо. Ладно, 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 теперь все ясно, как проходить. Все равно бесконечные жизни. Так, да сколько у меня получается? А, бля, сейчас бомб будет меньше. Затопить летом, там какая-то бабка живет наверху, она, видимо, летом живет на даче, она такая пришла вчера, говорит, вот, я же заходила в 10 утра, ничего не было, говорю, а потом начался через 10 вечера. Еще хотелось сказать, что вообще там воду перекрывают, когда уезжают надолго. Кто подумал, что пофиг. Да потому что я аутист, ты насосал. А ты че это? Да сука, не спотыкайся ты об стену, тупой пиздюк! Нет, ну блядь, нет, 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 нет! Что за тупой босс? Ну не всегда под эту страту. Да когда ты превратишься? Блять, зачем ты споткнулся об стен? Ядрить, ёбаное дерьмо! Какого хуя? Наконец-то! Срань какая. Опять храм какой-то.
Ну, я не знаю, Остецкий это или нет. Кто там в чате? Шай. А что делать-то надо? Не, ну я понимаю, конечно, что где-то должна быть кнопка, а где? А вот, наверное. Или нет? Вверх. Так а как? Ну охренеть, это, конечно, так очевидно. Прям с первого раза догадаться можно. Да что за... Да ядрить! Ой, ну сраный ублюдок с фаерболами! Насрать, не пойду туда. Бля, ну так. Класс. Блин, да что за дерьмо? Так, ну-ка, интересно. Бля, не получилось! Я-то думал. Ясно. Да ну что? Заткнись мне.